привет, это Ростов Спортивный, и итоги спортивной недели подведу с вами я, Марина Черных. Гандбольный суперкубок России будет разыгран 1 сентября. Дату уже объявили, но где именно Ростов-Дон встретится с ЦСКА, станет известно позже. Для нашего клуба это будет уже 9-й такой матч из 8 предыдущих. Нашим девушкам удалось выиграть 7. А вот в прошлом сезоне мы вообще остались без финала. Тогда за трофей бились ЦСКА и Лада. И еще одна гандбольная новость. Кристина Кожакарь и Валерия Кирдяшева вошли в символическую сборную чемпионата страны сезона 2023-2024. В голосовании Федерации гандбола участвовали тренеры, спортивные журналисты и болельщики. Кожакарь признана лучшим левым крайним игроком, а Кирдяшева – лучшим разыгрывающим. А футбольный Ростов в понедельник вышел из отпуска, который продлился 3 недели и сразу оброс новостями. Времени с расставания прошло немного, но Кирилл Щетинин нашел, чем удивить одноклубников. Судя по первым эмоциям, удивил приятно. Этого от него ждали давно. На летние сборы решено не выезжать. Их проведут в Ростове. Начали втягивающей тренировкой в зале. Затем подключили тренировки и на свежем воздухе. Потренировали наши футболисты перед началом сезона и память, вспоминая игроков РПЛ. Ерамилка. Да, РПЛ, он же в РПЛ играет. А, действующего надо? Пропускаешь? Я пропускаю, короче. Что за контор? Пропускаю. Ермаков. О, Ермак был, брат. А я что, на же? Туна, где ты? Пропускаешь? Не, я так думаю. Долго, брат, пропускаешь? Да, пропускаю. Живоглядов. Зотов. А в самом Ростове, между тем, пополнение. Заменой Сергею Писюкову стал основной вратарь сборной Таджикистана. Клуб объявил о подписании контракта с Рустамом Етимовым, которому через месяц исполнится 26 лет. Он родился в Нижнем Новгороде, там учился футболу, но в 2018-м уехал в таджикский клуб «Истикол», получил второе гражданство и стал выступать за сборную Таджикистана. Сейчас он основной вратарь команды, отыгравший в этом году все отборочные матчи чемпионата мира. А «Истикол» – лучший клуб Таджикистана, неизменный чемпион последних лет. И Етимов стал в его составе 6-кратным чемпионом страны. Из 92 матчей за клуб у него 39 сухих. И еще один контракт Ростов подписал с воспитанником и бывшим игроком ЦСКА Константином Кучаевым. Этот полузащитник сыграл за армейский клуб 153 матча, забил 11 голов и сделал 15 голевых передач. Но в последнее время сдал. Прошлый сезон завершал в аренде в самом беззубом клубе лиги «Пари НН», где в 11 играх отметился только одним голевым пасом. Тестом для приема в команду стала проверка на ростовский диалект. Как последнее? Синенький. 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 Пусть будет синенький. Серьезно, синенький? Мешковина. Нет? Ну не кулек же. Кулек? У нас под семечки кулек. Вот я только знал вот эту штуку. В предсезонке у Ростова запланировано 6 контрольных матчей. Пока известны только 3 первых наших соперника. Первая встреча 27 июня дома с Воронежским «Факелом». И уже известно, что она будет закрытой для болельщиков. Так с этим клубом уже было. Видимо, он в межсезонье отрабатывает поистине революционные идеи. Вторая контрольная игра также домашняя 3 июля с новичком премьер-лиги «Динамо Махачкала». Ну и третий матч выездной с призером чемпионата страны «Краснодаром» 6 июля. Новостей по остальным пока ждем. Ну а новый сезон, напомню, начнется после Евро 19 июля. Первая его часть продлится до 6 декабря. А начнет чемпионат России Ростов встречи с ЦСКА, причем дома. Российская премьер-лига объявила календарь сезона 2024-25. Первый тур стартует 19 июля, во втором туре 26 июля. Туры растянутся на несколько дней, точные даты матчей еще не определены, поэтому пока называем день начала тура. Итак, во втором отправляемся в Самару к «Крыльям Советов», которые, кстати, стартуют с «Зенитом». Ростов играет с чемпионом в туре 3 в начале августа в Питере. Четвертый тур с 9 августа привезет к нам в город Рубин, а в пятом опять же на Ростов-арене ждем Оренбург.
На зимнюю паузу уйдем опять же матчем с крыльями. А завершим сезон 24 мая в Махачкале после того, как в предпоследнем туре сыграем дома с «Зенитом». Так что ждем. До старта чемпионата осталось меньше месяца. Вывешен и календарь группового этапа Кубка России по футболу. Там, в первом туре, который будет сыгран на рубеже июля и августа, Ростов стартует в Москве с «Локомотивом». Второй тур 13-15 августа – домашняя игра с «Химками», которые сегодня объявили об увольнении выводившего их в РПЛ тренера Талалаева. В третьем и четвертом турах в конце августа и середине сентября – две встречи с Оренбургом. В первых числах октября играем в «Химках» и заключительный тур 22-го. 24 октября дома с «Лока». Напомню, две первые команды группы пойдут к кубку по пути РПЛ, третья по пути регионов, и только последняя никуда не пойдет. Всего 100 метров дистанции, но далеко не всем по силам ее пробежать, ведь на пути чего только нет. Давайте прикинем на глаз, смогли бы мы стать участниками открытого чемпионата Ростовской области по гонкам с препятствиями. Перед началом такой гонки важно четко проинструктировать спортсменов. Судья подробно рассказывает, как нужно проходить трассу «Горный манеж», чтобы избежать ошибок и не получить штрафных баллов. И бежать-то вроде бы совсем немного, всего 100 метров. Но все они наполнены препятствиями. Это рукоходы, стены, балансы и рампы. Пройти их надо за минимум времени и без нарушений. Это рукотворная трасса, имитирующая горную, скажем, горный ландшафт и горную поверхность. Потому что поверхность трассы – это терса, камни различных, различной фракции, порода различная, вот, и перепады высот. Это имитация полностью горной трассы, поэтому мы называем ее горный манеж. В открытом чемпионате Ростовской области по гонкам с препятствиями приняли участие мужчины и женщины от 18 лет. Стартуют одновременно два атлета. Каждый по своей полосе. У преодоления препятствий свои нюансы. Например, по канату нужно не только как можно быстрее забраться, но и дотянуться до колокольчика. Только тогда попытку засчитают. Но это препятствие не самое сложное на трассе. После тренировок участники сошлись во мнении, что тут есть очень коварный участок с другими канатами, который может оказаться не по силам многим атлетам. Канаты, наверное. Это не канаты, да? Да. Почему? Ну, потому что требует хорошего хвата, и много сил нужно приложить, чтобы их преодолеть. Тем более их здесь будет немало. И это говорит Лариса Мазурчик, опытная спортсменка, для которой этот чемпионат уже пятый по счету. Высшим достижением была бронзовая медаль в 2020-м. Но интервью нашей съемочной группе стало счастливым. Чуть позже Лариса впервые стала победителем гонки с препятствиями. И теперь именно ей защищать честь Ростовской области на чемпионате Южного федерального округа, который в августе примет Севастополь. Роман Саганов, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Это все спортивные новости недели. У меня на этом все. Хороших спортивных выходных.